Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать девочку-эльфа маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Рисовать мы будем в нашем классном скетчбуке от Империя Пикчер. В наборе у нас есть непромокайка для маркеров, которую мы подкладываем под листочек, чтобы у нас ничего не отпечаталось. Берем карандашик мягкости B и начинаем намечать силуэт девочки-эльфа в формате нашего листа. Начнем мы с головы, обозначим вот такой вот овал. Разделим его на две части, затем наметим шею, прорисуем тело в виде вот такой трапеции. К низу немножечко ее расширяем. Здесь у нас будет поясочек, не слишком широкий. И вот здесь вот в виде такого овала нижняя часть кофты. Намечаем бляшечку на ремне. Здесь у нас будут складочки, вот такие три штучки. Прорисовываем теперь нижнюю часть тела. У нас здесь будут такие ножки. Затем мы намечаем ботиночки. Верхнюю часть ботиночка таким овальчиком намечаем, затем сами туфельки, маленький каблучок и носик немножечко вздернут наверх. На колготках сделаем узор в виде полосок. Теперь уточним верхнюю часть одежды. Нарисуем воротничок такими зигзагами треугольными. Далее добавляем рукава. Тут тоже будет такой же узор из треугольников. Затем мы намечаем ладошку. Большой пальчик у нас смотрит во внутреннюю часть. Далее прорисовываем второй рукавчик. Левая ручка у нас идет вниз, а правая ручка будет немножечко согнута в локотке. Мы так прорисовываем, также добавляем рукавчик и прорисовываем ладошку, как будто бы нам махает. Большой пальчик тоже смотрит во внутреннюю часть. И 4 других пальчика располагаются немножечко отдельно. Теперь мы поподробнее прорисуем лицо. Щечку вот так немножко выделим. Далее наметим ушко. У эльфов ушки вытянутые. Слева я прорисовываю косичку в виде такой колбаски, а затем намечаю на ней прядки волос. Как такой колосок складывая. На кончике делаем резиночку и распушенную прядь волос. Теперь я прорисую лицо, намечу, где у меня будут располагаться глаза, маленький носик и ротик в улыбочке. Попутно прорисуем второе ушко. Здесь уже будет виден его кончик, заостренное ушко и немножечко волос будет виднеться. Далее я прорисовываю шапочку, она будет у нас в таком колпачке, тут у нас будет не очень широкая полосочка. Затем прорисовываю такую вот округлую, полукруглую шапочку, и от нее у нас будет идти небольшой кончик, и опять же за ручкой будет вторая косичка располагаться. И рядышком колпачок, и на конце у него был лобончик маленький. Также мы намечаем здесь по центру челочку, которая немножко будет перекрывать нашу шапочку. Намечаем также бровки, такие маленькие, глазки. Щечки мы над глазками прорисовываем тоже округло, чтобы было ощущение, что они у нас немножечко приподняты. Маленький круглый носик, радужку глаза и зрачок намечаем у глазика, затем прорисовываем улыбочку, ямочки по краям и добавляем такую широкую улыбку снизу, прорисовываем язычок и нижнюю часть губы. Уточняем еще какие-то детали, в принципе рисунок готов.
Начинаем его обводить черным линером аккуратно по карандашному контуру, стараясь не выходить за него, пока вы это делаете. Я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео. И там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите, обучайтесь вместе с нами. После того, как мы все обвели линером, стираем карандашик и можем приступать к работе цветом. Для кожи возьмем бежевый оттенок номер 28 и закрашиваем им ладони, шейку и лицо. Возьмем теперь оттенок чуть потемнее, например, 140-й, и им обозначим тени на коже. На руке, где у нас рукавчик, на шейке, также на нижней челюсти с правой стороны, на внутренней части ушка. Слева тоже можно немножко тень подчеркнуть, снизу на носике и под шапочкой. Цветом номер 47 закрашиваем нашу кофточку. А затем колпачок с левой стороны. Теперь возьмем темно-зеленый цвет номер 43 и обозначим им тени на кофте. Тени у нас будут, соответственно, по правой стороне располагаться. На рукаве, на правом боку намечаем, на рукаве с левой стороны снизу. Также закрашиваем оставшуюся часть колпачка по правой стороне. Складки тоже можно выделить этим же цветом. Далее нужно сделать полоски на наших колготочках. Через одну закрашиваем красным цветом, номер 4. Этим же цветом мы можем изобразить воротник и рукава, узоры на них. Далее полосочку на шапочке, чтобы у нас все между собой было так связано, сочеталось. А темно-красным цветом номер 1 мы создаем тени по правой стороне. Также аналогично, как и у костюмчика. Немножечко так показываем на рукавах. Затем использую цвет WG4 серенький для волос. Закрашиваем косички, тут вот бровки, челочку, боковые части волос возле ушек, вторую косичку. Балабончик тоже можно сделать этим цветом по низу. И закрашиваем им наши башмачки. Далее будем использовать цвет номер 96, светло-коричневый оттенок, для ремня. Аккуратно обводим бляшку ремня. Более темным оттенком обозначаем тень с правой стороны на ремешке и закрашиваем внутреннюю часть ротика. Красным цветом номер 4 сделаем также язычок. Желтым 37 оттенком сделаем резиночки на волосах и бляшку на ремне. Белой ручкой мы завершим детали, добавим блики в глаза, 2 блика, чтобы взгляд был более живой, и покажем блики на свету, на рукаве, на кофточке с левой стороны, на ремешке, на шапочке сверху и на полосочке на втором рукавчике. И темно-серым оттенком покажем тени на башмачках по правой стороне. Так вот их разделяем между собой. И на волосах тоже в тенях, например, с правой стороны и по низу. Косичку подчеркнем. Так у нас появляется объем, когда мы делаем свет и тень. И вот такая девочка-эльф маркерами у нас с вами получилась. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм. Мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм в описании к видео. Напомню, что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от Империя Пикчер. Найти эту и другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на Валбрес Империя Пикчер по ссылке в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!